Традиционная акция «Дитя мира», инициатором которой выступает Брестское областное отделение Белорусского фонда мира, прошла в Бресте в 16-й раз. В этом году в День мира на Брещине родилось 34 ребенка, 11 из которых новые брещане. За 16 лет в области в этот день родилось 677 детей. В этом году еще добавилось 34 ребенка. Итого 711 деток имеют статус, такой символический статус, которым наделяет их областное отделение фонда мира, а статус этот и носит название вот, «Дитя мира», получили именно 711 деток. Среди приглашенных гостей церемонии дети и родители, представители городской власти и общественных организаций. Все они собрались вместе, чтобы отметить это особенное событие – поздравить новоиспеченных родителей. Мама и папа мирных деток получили приятные подарки и сертификаты, подтверждающие то, что их малыши действительно родились в День мира. Вы знаете, это у меня третий ребенок. Неожиданность, конечно, была в том, что это третья девочка еще. В том, что еще сложность, нужно было имя какое-то придумать, отыскать. Ну, мы искали очень-очень тщательно, придумали жасмина. Оно такое цветочное. Жасмин всегда пахнет весной, знаешь? Мы не знали, что такое праздник есть. Мы родились в церковный праздник. Ну, потом уже нам рассказали про День мира. Ну как, хорошо? Что такой праздник есть. Еще одна добрая традиция фонда мира – приглашать на такие встречи деток, родившихся в этот же день 10 лет назад. Это отличная возможность для них увидеть на примере новорожденных, как их когда-то поздравляли, и отметить свой первый юбилей вместе с коллегами по дню рождения. Я хочу, чтобы был мир и чтобы все жили мирно, чтобы нигде не было войны и чтобы везде царила тишина и любовь. Мир – это то, чего сейчас остро не хватает в наше беспокойное время. Дети, рожденные в День мира – это наше наследие. Пусть они станут теми, кто вдохновит людей вокруг действовать во благо мира и гармонии. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.